В «Металлинвесте» большое внимание уделяется профориентационной работе. На протяжении многих лет предприятия компании тесно сотрудничают с учебными заведениями разных ступеней образования. Специалисты Михайловского ГУКа проводят встречи, семинары, конференции, организуют деловые игры, практики, экскурсии для школьников и студентов среднеспециальных и высших учебных заведений России, а также для иностранных гостей. Ярким примером такой работы стала экскурсия для немецких школьников. Здесь на борту карьера ведущий инженер производственного отдела комбината Игорь Сандуев рассказал об истории Михайловского месторождения, особенностях производства, оруде и людях, которые осваивали месторождение, строили город и комбинат, которые и сегодня трудятся в горнодобывающей отрасли. Вид карьера со смотровой площадки произвел на немецких школьников неизгладимое впечатление. Особенно потрясли гостей масштабы предприятия. Этот карьер произвел меня действительно огромное, грандиозное впечатление. И когда смотришь сверху, то кажется, что как будто это игрушки. А на самом деле, конечно, производит огромное, грандиозное впечатление. Мне очень понравилось. Действительно, это выглядит так, как будто здесь действительно очень много работают, очень много работы, очень грандиозно. Подростки активно задавали вопросы, интересовались деталями производства железорудной продукции. С видимым удовольствием практиковались в русском языке. Стоит отметить, в гимназии ребята изучают именно русский язык. Я очень люблю русский язык, гостеприимство, люблю культуру России. И есть, что можно здесь есть и пить, это тоже очень интересно. Думаю, что ученикам тоже здесь очень нравится. Мне вообще нравится здесь и впечатление. Наши гости очень гостеприимство, и все о всех заботятся, и это просто прекрасно. Экскурсия получилась насыщенной и интересной. Память о визите в город горняков и огромном месторождении железной руды будут хранить многочисленные фотографии и масса приятных впечатлений, которые останутся в воспоминаниях на долгие годы.